Малака! Я же горю! Оракул Трафония. Интересно, культ добрался и сюда?
Oh,
Не надо было стоять у меня на пути. Зевсом. Зевсом клянусь. Меня б задрали, если бы не ты. Тебе повезло. Очень рад нашему знакомству. Я Эпи. Ну, Эпизел. Но друзья зовут меня Эпи. Не то чтобы они у меня были. Я Кассандра. Здравствуй. Ты выглядишь так, будто очень многое повидала. Ты не должен бродить здесь в одиночку. Ясно? Ну а как еще? Приключения не будут ждать. У меня есть микенская табличка, что указывает путь к священной гробнице. Я зову ее пещерой Оракула. Допустим. Микенцы известны тем, как богато они украшали гробницы. И как же? Драгоценностями и обрядовым оружием. Очень богато. Проводишь меня? Увидишь. Как можно отказаться от драгоценностей? Нас с тобой свела воля богов, чтобы мы путешествовали вместе. А боги говорят, не прочь пошутить над людьми. Встреча с тобой – огромная удача. Приятно слышать. Так ты копаешься в свитках? Нет. Ну, не только. И в грязи тоже. Ты что, землекоп? Я изучаю историю. Порой я нахожу в земле настоящие чудеса древности. Не хочу тебя расстраивать, но черепки — это не чудеса. Я посвятил раскопкам всю жизнь. Это гораздо важнее сокровищ. Неужели? Да, гораздо. Знания о прошлом откроют нам будущее. Что за манера говорить загадками? Многим нет дела до прошлого. Они мечтают лишь стащить что-нибудь ценой в пару драхм. Представляешь? С большим трудом. Прошлое для них попросту источник сокровищ. Что ж, ты упоминал богатство. Найти руины с реликвиями непросто. Эту гробницу я отыскал совсем не сразу. Расскажи мне о ней. В ней проводили особые обряды. Говорят, что-то делали сами боги. Да, они любят вмешиваться в жизнь смертных. Задумайся, Мисти. Каково это обладать помощью богов? Хороший воин не нуждается в поддержке олимпийцев. Да, да. Но представь, что там можно найти. Что-то, наделенное силой богов? Вот. Теперь тебе интересно? Да, еще как. Назад. Будто околдованы. Не ожидал такого. Это как-то связано с... Как ты их там называл? С микенцами? Вряд ли они знают. Скорее это связано с Трафонием. Я понаблюдаю за ними. Ладно, а я пойду вглубь. Стой! Возьми часть стелы. Там могут быть похожие знаки. Печальное зрелище. Даже ослов порой хоронят побогаче. А ведь сюда подойдет часть стелы. Это неожиданно. Yeah.
какое-то препятствие. Это сложнее, чем я думала. Это уже лучше. Так. Что у нас тут? Это статуя воина. Те же знаки, что и на стеле. Ты должен это увидеть. Мы там, где нужно. Но, увы, гробницу уже разграбили. Там был только этот доспех. Это не просто доспех. Все микенцы были воинами. Понимаешь? Значит, это гробница воина. Ха, доспех и правда славный. Но где все остальное? У меня была лишь часть стелы. Если мы найдем остальные, я прочту текст. Допустим, нам это поможет. Но ведь части стелы могут быть где угодно. Если я найду подсказки, ты поможешь с поиском оставшихся частей стелы? Я тебе помогу. Отлично! Мне нужно увидеть те знаки. Пойдем внутрь. Не ожидал, что это окажется ключом в прямом смысле. А что случится, если все будут на месте? Я могу начать расшифровывать текст прямо сейчас. Ты прочитал? Тут написано «богов». Правда? А ведь недавно ты и с волками не мог справиться. Это в прошлом. Думаю, тебе нужна вся стела. Да, конечно. Если верить надписям, стелу разделили на части умышленно. Интересно, зачем же ее разделили? Какая разница? Все равно найдем, ведь ты поможешь найти остальные. Конечно. Куда идти? Здесь написано, что стелла... А, лучше ты, чем я. Я боюсь воды. Осмотри руины Арне. Почему те люди собрались у входа в пещеру? Здесь упоминаются боги. Какие-то боги. Найдем весь текст, тогда поймем, почему эти люди тут. Доспех принадлежал воину из древности. Но почему его разобрали и спрятали? Да, вопрос. Думаю, ответ спрятан в этом тексте. Значит, знаки на стеле — это древний язык? Микенский.
Бывают языки и древнее, но они забыты. Забудем и его, невежество победит. Мне пора идти.
Шесть. Да, ты был прав. Я нашла часть Стеллы, а вместе с ней часть доспеха. Доспехи спрятаны возле каждой части Стеллы. Но зачем? Здесь описывается некий обряд. Это не объясняет, почему доспех спрятали по частям. Может, это и есть обряд? Нужно найти другие части Стеллы. Ты поможешь? Раз мы нашли эти, найдем и остальные. Я помогу. Даже если удастся собрать Стеллу, мы можем не понять всего. Я в тебя верю. О! Ты не поверишь, что тут написано. Древнейших богов. Древнейших. Интересно. История. Может, это всего лишь молитва для воина? Я тоже так думал. Но заметил это. Что-то еще? Здесь написано, что ритуал совершится. Какой ритуал? Я не знаю. Но подозреваю, что сначала нам придется собрать все части Стеллы. Ты знаешь, где отыскать оставшуюся часть? Не могу разобрать надпись. Это предупреждение. Будь начеку, исследуя гробницу Ориона. Я постараюсь. Прошлого не вернуть. Зачем оно тебе? В прошлом можно черпать вдохновение. Гомер, например, часто говорил о нашей истории. А, твоя цель — копаться в грязи и непонятных знаках? Моя цель — вдохнуть жизнь в наше прошлое. Кто-то разделяет твои интересы? Нет, я слишком отличаюсь от других. Это открытие прославит тебя. Не слишком ли многого ты ожидаешь? Может, это тупик? Невозможно. Надписи вели по верному пути. Здесь написано о ритуале, который нам что-то откроет. Но тогда при чем здесь древнейшие боги? Я не знаю. Поймем, когда соберем всю Стеллу. Мне пора.
телефоне. Давай! Давай. Huh.
Нечего здесь делать, всем конец. Мертвы или спятили? Не понимаю, кто это сделал? Я сам не понимаю. Я пришел сюда с братьями, и все как с ума сошли. Подрались из-за артефакта. Кто-то схватил его и сбежал. Куда сбежал? В пещеру. Они прячутся там. Осторожно. Они безумны. Что-то там мешает.
боги говорят лишь со мной! Действие Стеллы. Heavy Elfin and Dafka. Похоже, все это правда. О, это что, кровь? Сама часть Стеллы цела. Мне сказали, что Стелла может говорить. Это правда? Что? Я ничего не слышал. А ты? Бред безумцев. Может, позже все прояснится. Эту часть надо бы почистить. Надеюсь, другие в порядке? Я найду оставшиеся части. Может быть, ко мне наконец прислушаются. Здесь сказано, что ритуал что-то запустит. Но что? Что будет, когда мы соберем все части? Мы найдем сокровище? Кое-что ускользает от меня. Здесь речь о достойных. Хм. Это все? Здесь упоминается внутреннее зрение. Но что все это значит? Ты почти перевел. Почему ты не рад? Другие люди что-то слышали, с ними говорили, а я не слышу, не чувствую. Это ценная реликвия. Ты сам так сказал? Какая разница, кто и что слышал? Знаю. Разумом я понимаю важность этой находки. Но как мне ее использовать? Может, дело во мне? Что, если я недостоин? А вдруг это боги недостойны? Слушай, мы не закончили. Не будем спешить. Верно. А теперь соберись с мыслями. Ты права. Это ищешь? О, отлично. Выше нос осталась одна часть. Ты права. В городе Архамен, рядом с гаванью, находится один храм. Может, она там. Thank you.
опередил. Нужно рассмотреть поближе. Ничего святого. В этом храме хранились древние реликвии. Но какой-то мерзавец забрал их и сжег храм. Поджог должен был скрыть следы. Злодей забрал все, чем мы так дорожили, и сбежал в город. Судя по виду, его можно найти в квартале попрошаек. Разбитый еще до пожара. Потрепанный шар. Нужно искать человека в лохмотьях. Изношенная одежда. Цвет тот же. Я нашла последнюю часть. Весь доспех теперь тоже собран. Я места себе не нахожу. Это переломный момент. Древнейшие боги, достоинство, внутреннее зрение. Что все это значит? Узнаем, когда ты завершишь перевод. Да, ты права. Объединим все части. Идем. Мы на пороге большого открытия. Мы услышим богов. Что же я им скажу?
Что они мне скажут? Это важно? Может, если ты прочтешь? Да, да. Лишь обладающий внутренним зрением, даром древнейших богов, достоин овладеть силой великого Дипсиоя. Дипсиой? Что думаешь об этом? Я поражена. Не понимаю. Я не вижу изменений. Все выглядит так же, как и до этого. Ты только глянь. Ничего нет. Что ты видишь? Комната ожила. Боги говорят с нами. Не может быть. Почему я не вижу? Почему боги не являются ко мне? Я не знаю. Даю тебе слово. Так значит, я недостоин, а ты слышишь их голос? Нечестно. Ты нашел гробницу. Сделаешь и другие открытия. Хватит. Довольно. Прошу, уходи. Не понимаю.
Разыщи меня в Афинах, у холма Пникс. Пусть войска спартанцев стоят у наших стен, но мы должны объединиться ради славы Афин! Слава тебе! Друзья! Друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен, но зачем же уподобляться им? Сочный плод! Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Парфенон великолепен, Перикл. Но какова цена? Сколько трирем мы бы могли построить?
Сейчас нельзя разобщаться. Мы и так разобщены. Спартанцы побеждают. Кто-то должен действовать, Перико. О, боги, ты здесь. Все хуже, чем я думал. Клеон собрал толпу. Надо спешить. Куда? К Периклу. Назад! Она не угроза для Перикла, уверяю. А, Геродот? Все хорошо. Пропустите. Рад вновь тебя видеть, Перикл. И я тебя. Жаль только, что при таких обстоятельствах. А это кто? Кассандра. Здравствуй, Кассандра. Как тебе то, что творится в Афинах? Нечего сказать? Вот бы всем остальным понимать, что молчание – ответ не хуже прочего. Но толпа бросается на первый же простой ответ, как голодный пес на кость. Перикл, мы тут чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью и поговорить наедине. Ладно. Мы пришли сюда по важному делу. Как и все прочие. Я сказал Кассандре, что ты пригласишь ее на симпосий. Ты просишь меня исключить всех афинян и вместо этого позвать чужеземку? Ты слышал то? К чему давать им лишний повод? Если она станет работать на тебя, возможно, ее сочтут служанкой. Я не служанка. Кассандра, это Афины. Если хочешь чего-то, будь готова притворяться. И зачем же тебе на симпосии? Я ищу женщину, которая очень важна для меня. Геродот сказал, что на симпосии я, возможно, смогу что-то узнать. И тут он прав. Я проведу тебя, но не обещаю, что ты узнаешь то, что тебе нужно. Скажи мне, что делать? Сначала найди моего соратника, Метеоха. Он не пришел навстречу. Это совсем на него не похоже. Ясно. Моего друга Фидия нужно как можно скорее увезти из Афин. Что-нибудь еще? Да. В городе пройдет остракизм. Ты можешь повлиять на результат. Метеох, ты сказал, он твой соратник? Политический союзник и мой преданный друг. Фидий? Известный скульптор? Что такого он сделал? Его собираются судить по множеству обвинений. Он в своей мастерской, под стражей. Остракизм? Тебе скорее знакомо слово «изгнание». Жители Афин решают, кто должен покинуть полис. Либо софист Анаксагор, либо другой человек. Причина – нечестивость. Мой друг возле Агоры все тебе расскажет. Хорошо. Не привлекай к себе внимания. Отлично. Пусть это и не само приглашение, но у нас появился шанс. Хотя он наверняка пойдет к Аспасии. Лишь бы был результат. Thank you.
Подойди, нам есть... Приветствую. Ты недавно говорила с моим другом Периклом. С твоим другом? Мне казалось, вы с ним соперники. Это политика. Перикл хороший человек, просто неподходящий. Говорят, вполне. Кто говорит? Он? Его избрали. Афины – демократический полис. О, все так. Но он не подходит для этой должности. Тебе от меня что-то нужно? Или мы так и будем обсуждать особенности демократии? Перикл устраивает пиры для богачей во время осады. Я хочу вернуть власть в Афинах народу, а ты можешь помочь мне. Я работаю за деньги. Я немало знаю об устройстве мира и нуждах людей. Я щедро заплачу за твою службу. Чем я могу тебе помочь? Не мне, Афинам. Спартанцы у наших стен. Посей панику в их рядах. Пусть страдают так же, как мы. Прошу, подумай. Возьми деньги и покажи спартанцам, что наш дух не сломлен. Я
Я готова убивать спартанцев. Убей их командира, Набиса. Уничтожь припасы и предоставь мне доказательства. Заставь их бояться нас. Будет сделано. Поверь, для тебя это отличная возможность. Это припас. Нужно взглянуть.
воображение разыгралось. Нам дадут время отдохнуть. Стрельба велась отсюда! Стой на месте! Стопки! Ко мне! Thank you.
Нельзя!
Я покажу это Клеону, как доказательство. Что это? Что это я вижу? Ты вернулась. Доказательства у тебя? Тебе это понравится. Я убила командира и взяла записку. Ты знал, да? О чем это ты? По тебе все видно. Да. Тот, о ком тут говорится, делал важное дело для Афин. Что этому гонцу было нужно в Митилене? Он должен был раздать людям припасы, помочь им в борьбе с угнетателями. Он твой родственник? Ты волнуешься? Нет, простой помощник. Но это было важное дело. Я ведь доказала, что мне можно доверять, так? Ты знаешь свое дело, да. Но ты прочла записку. Я искала для тебя доказательства. Надо было убедиться. Это верно. Ладно, есть еще одно задание. Найди моего гонца Геремоса. Это про него шла речь в записке? Да. Освободи Геремоса и посади на корабль, который я пришлю. Где мне искать Геремоса? Спартанцы бросили его в старую каменоломню. Насколько мне известно, они держат там всех своих пленников. Не волнуйся, я приведу Геремоса на корабль.
Zombie apocalypse.